Была ли у вас невоплощенная мечта создать свой сервер по Варкрафту? По крайней мере, я думаю, каждый задумался об этом. В этом ролике я хотел бы примерно почитать, сколько же стоит создать свой конкурентоспособный сервер. Вообще, создание сервера — это довольно трудное и долгое дело, но для того, чтобы создать сервер, нужно иметь само ядро сервера. Ядро можно приобрести, что будет стоить довольно весомо, или создать его самому, к примеру, ядро Trinity Core. Но для примера мы возьмем бесплатный вариант. Чтобы сам сервер начал свою работу, необходимо арендовать место, где он будет храниться, и соответственно туда будут люди заходить. Сервер можно взять примерно за 1000 в месяц, можно более дорогие и надежнее, но не думаю, что поначалу в этом будет смысл. Еще, чтобы люди заходили на сервер, желательно иметь свой игровой сайт. Тут его можно создать самому или заплатить дизайнеру. Если постараться найти, то можно уложиться за 5000, если это будет очень простой сайт. Помимо этого, серверу необходимо будет иметь несколько человек, которые будут заниматься починкой багов, реализацией подземелий, рейдов и доработкой квестов. В идеале, чем на сервере больше разработчиков, тем лучше, и их зарплата может сильно варьироваться, доходя вплоть до 50 тысяч. Но, допустим, мы нашли двух разработчиков по цене 15 тысяч за каждого. Оба они пригодятся на несколько месяцев, чтобы создать минимальную работоспособность сервера, хотя не исключено, что понадобится значительно больше времени. Еще довольно важный атрибут – это человек, который будет непосредственно взаимодействовать с самим ядром сервера. По идее, этим человеком можете стать вы, но если у вас нету желания, то это будет стоить около 20 тысяч в месяц. Ну и самая важная вещь – это пиар сервера. Тут бюджет может быть не ограничен, чем больше, тем лучше. Но чтобы сервер имел более или менее весомый онлайн, нужно около 20 тысяч. Все это уйдет на закупку рекламы, в основном на ютубе. Помимо всего этого, будет необходимость в краткосрочных людях, такие как монтажер, который смонтирует вам двухминутное интро, и тому подобные профессии, хотя и без них вполне можно обойтись. Итак, в нашей команде один программист, два разработчика, сайт, созданный за 5000, закупка сервера на 3 месяца, рекламный бюджет и еще непредвиденные расходы. В итоге, все это будет стоить примерно 88 тысяч. В будущем, рано или поздно, с ростом сервера появятся расходы на редактора форума, хелпера в чате, рекламный агент GameMaster. Но тем не менее, чтобы ваш проект выглядел серьезно, то надо вложить около 100 тысяч. Но вообще, если вложить много усилий, все это можно сделать самому, сэкономив очень много денег. Но тем не менее, это примерные подсчеты. Благодарю вас за просмотр. Удачи!